Сегодня хочу немножко прогуляться с вами по моему саду. Вернее, саду-огороду. Вот это хоста. Конец августа, она зацвела. Стоит очень такой приятный аромат от цветков. И цветут амаранты. У меня в саду трехлетнее молодое деревце, называется оно унаби. Первый раз в этом году появились плоды. Зацвело оно в начале августа. Вот такие цветочки на нем. Листики очень красивые. А это урожай моих помидоров. Я уже показывала видео, когда они были зелеными. И теперь вот, вот такие помидорки. Перцевидные называются сорт. Разных размеров есть, очень крупные. Также поспевает болгарский перец. Урожай хороший. Но самое интересное, что я хотела вам сегодня показать, это горький перец. В этом году я посадила вот такой перец. Со временем он становится оранжевым. Он острый, вернее горький. Как сорт называется, я не знаю, но посмотрите, какой он необычный. И еще вот такой перчик посадила. Я его хочу высадить в горшок и будет на окошке расти. А это кабачок спагетти. Вот так вот он уже вызрел. Будем убирать его на хранение. А это огурец, сорт китайский. Уже все огурцы пропали, а этот вот все еще дает нам плоды, урожай. Эти листики верхние вроде бы здоровые. Похоже, что он еще будет плодоносить, поэтому стоит его сажать как поздний сорт. И вы будете с салатом.